Это будет не совсем обычное дефиле. Женщины выйдут на подиум со своими малышами. Им нужно не просто красиво пройти, но и сделать так, чтобы ребенок не капризничал. Конкурс «Молочная мама» в городе проводится впервые. 9 челнинок с удовольствием согласились в нем участвовать. Их главная цель – показать, что мамы в декрете могут быть стильными и активными. Материнство может быть красивым, не так, как часто в интернете показывают, что мама такая замученная, уставшая. Можно быть стильной, верной себе, и что ребенок – это не означает, что человек теряет себя. Не обязательно сидеть дома, ничем, там, только ребенком заниматься. Можно и с ребенком куда-то ходить, что-то делать своими какими-то делами. И ребенка также привлекать. И получается, и он увидит, что мама такая занятая. Для дефиле мамы должны подобрать одежду не просто модную, но и удобную для кормления грудью. Это одна из особенностей конкурса. Таким образом, организаторы хотят показать челнинцам, что грудное вскармливание – это естественный и красивый процесс, которого не стоит стесняться. Потому что многие мамы как раз стесняются, например, как я буду кормить на улице, у меня там что-то будет видно, это неудобно, что мне скажут, как на меня посмотрят. А мы хотим показать, что на самом деле это не так все сложно. Чтобы общество становилось доброжелательнее вообще кормящим мамам, чтобы становилось добрее к мамам с детьми. Конкурс «Молочная мама» состоится 20 августа в 15:30 в Парке Победы на сцене около аттракционов. На праздник ждут кормящих мам и всех желающих. Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».